Ой-ой-ой-ой-ой. Сейчас будет признание любви, я не знаю, что сейчас будет. Давайте поаплодируем. Мужчина продает розы. Итак, в номинации... 200 рублей. 200 рублей. Это вы о цветах или о чем? Итак, в номинации поэт клуба награждается. Конечно. Савелок, иди сюда. Наши горные ракеты. А вот если бы там мужчина был, ты бы тоже цветы подарил, скажи. Он знал, да? Так, был поцелуй, всего лишь один. Ваши бурные аплодисменты, конечно же. Розы, диплом. Подарок от официального дилера. И поцелуй тоже от официального дилера. Очень официальный поцелуй. Спасибо большое. Давайте поаплодируем. И мы переходим таким образом к последней номинации. Последней номинации. Но я вам хочу сказать, что одной из самых главных номинаций — всезнайка клуба. Умник клуба. Человек, который всех слепой нет. Трэвл. Давай. Я могу быть героем этого праздника. Итак, номинация «Всезнайка клуба» объявит победителя. Лёха Кова. Ваши бурные аплодисменты. Алексей, сделайте интригу, пожалуйста. Это же последняя номинация для, да. Нам, о чем хочется сказать в этот день? На нашем форуме много людей-загадок, много знающих людей, много всезнающих, еще больше мозголомов. Вот посовещавшись, подумав, полистав страницы форума, пришли к мнению, что всезнайка все-таки он и мозголом. И в этом году всезнайка и мозголома клуба 2011 года по результатам тайного голосования членов клуба, вот самый главный член подсказывает, как говорят на ринге, ladies and gentlemen, человек, который... Ребята, Кличко, это не я вчера бил по лицу. А что было? Итак, вы получаете... Вручаем диплом, который человек повесит прямо в машине, повесит человек диплом. На зеркало. На зеркало. Зачем зеркало заднего вида? И вот это, я не знаю, что это что-то ежик. Ежик с какими-то буквами, с пазами. Ломайте голову, товарищ. А ежик в курсе? Ежик в курсе. Это, вы знаете, подарок тоже из, как бы, занять руки, по-моему. Ну, собственно, с вашим репортером, как вам, СС, там, что-то там, СФРЖ, там, что-то там, и... Его никнейм напоминает мне, знаете, когда окулист, так закрываешь, там, ЖП, ЕП. Не надо про фантазмор. Извините, пожалуйста. Спасибо большое. Что-то хотите сказать, пару слов о благам? Это может перерасти в тост, кстати, потому что давно уже не убивали. А до этого, посмотрите налево и увидите прекрасное лицо нашего официального дилера, который также дарит вам подарок. Вот этот прекрасный... прекрасный. Что там? Поделись! Что-то покажите. Во-первых, в этот пакет отлично войдет диплом. Ой-ой-ой-ой-ой. Так. Так, стоп, диплом войдет. Диплом отлично. Это курица или хавается? Итак, это... Ой-ой-ой-ой. Это пресс-бабок, ребята! Пресс-бабок. Итак, что же? По-моему, это брендированный ежедневник. Ой-ой-ой-ой-ой. На 2010-й? 12-й. Смешно. Молодец. Можешь же, когда хочешь, ну? И кто-то думает, что я куплю Тигуан, да? Нет, ребята. Ни в коем случае. У тебя так на груди написано, что ты не купишь ничего, кроме после этого. Итак. И еще несколько подарков. Дорогие друзья, давайте... Ручка! Ого!
И самое главное, в этом пакете пахнет Шкодой, что самое главное. Друзья, давайте поднимем бокалы, потому что очередной победитель номинации не прощается, не дождетесь меня, не прощается с нами. Ребята, сейчас все очень много пьем, очень хорошо веселимся, танцуем, зажигаем. Да? Есть желающие, пожалуйста, снега у меня много. Но после 3 часов ночи я жду вас всех на форуме. У кого мозг не взорвется, мы взорвем. Обещаю. Ты хочешь сказать, что суперспортивный не будет, да? Ты что? Аплодисменты очередного победителя, друзья мои. Господа, устали вас вместе по столом. 350. Наверное, скорее всего, 350, да. Интересно, и сколько стоил Lexus? В метрах, желательно в метрах. Подарили, да? Ребята, ну если серьезно. Да. За внутренний мир красивый. Да, вот именно вот есть у нас такой, знаете, так вот. Black Lexus, ну посмотри на меня. А черного у вас? Наклониться, что ли? Следующая номинация называется так. Одна называется Вождь, другая Гетман. Гетман это Black Lexus, да? Едешь что? Так вот, по решению. Юноша, капотик, пожалуйста. По решению. Большинство членов. Да, среди членов. Чем голосовали? У каждого свои возможности. А где отпечатки голосов? Комиссия вся в сборе была, нормально. Ну, кворум. Да. Группа Эвернист. Предлагаю. Вот, по результатам тайного голосования. Вот, тайное. Да. За региональное развитие клуба. ГК. Да. Гульс рождается и присваивается звание Гетмана. И второй. Гость на крыло. Номинация. Прошу захватить с собой товарища. Или подругу с Луганска. Вторая номинация уложена Black Lexus. Прошу сюда. И эти люди представляют нас в регионах. Нет. Гусь? Нет. Держите диплом. Гусь. И Black Lexus. Кто это? Это ты. Я передам. Передать. Я тоже передам. Это у нас. Хорошо. Ты. Но на самом деле, быть админом в регионе, это очень тяжело. Это сказать геморройно. Да. Реально геморрой. Поэтому для них геморройные свечи. Пацаны! В течение праздника нужно использовать их. Подожди, я достану, их побегу. Давай, медведя, давай. Сейчас попробуй. Подожди, тихо. Ну, ребята, на самом деле, это шутка. Замзвали стан. Не, геморрой, все серьезно, да. Поздравляю вас. Это переходящие. Ну, вам дается слово. Как вы докатились до такой жизни? Гуси. Медведь, на субординацию. Вы уже готовы? Да! А чё ты-то, а? Палит. Туда. Говори с ней. Дыши сюда. Зеленый. Что?
Спасибо, скажи. Спасибо. А, спасибо. Спасибо маме, папе. Маме, папе, гусю. Господу Богу. Все, кто меня поддерживает. Ребят, вы стеснительны на самом деле, поэтому бухайте дальше, пожалуйста. Отдай, Леша. Ему руки занять нечего. Леша, на, возьми. У тебя женщины нету. Но на самом деле это шутка, и под этими дипломами есть там нормальное значение этого слова. Да, не переживайте. По 500 евро лежит, да, поделитесь. А если не лежит, то... А я положишь. Давайте поаплодируем этим двум прекрасным ребятам, которые показывают театр теней. Собственно, в регионах это самая главная забава. Ребята включают проектор. Что-то мне подсказывает, что слепой станет звездой и на этом дне рождения. То, что слепой меня не помнит, говорит об этом, правда? Иногда... Я удивлен, что ты выжил. Итак, не будем вспоминать смс-ки, которые звучали. Итак, друзья, продолжим. Продолжим и... Просьба от Минова перенести в купе продаю. В номинации отдельный респект. Мы с большим удовольствием хотим позвать на прекрасную девушку Иру Заленок, которая и озвучит, соответственно, эту отдельный респект и уважуха. Давайте поплодим прекрасной девушке. Да. Всех с днем рождения. Вот, вы знаете, я все время думала, Шкода-клуб Донецк люди узнают из интернета в других городах. Но оказалось, это не так. У нас есть замечательный человек, который в другие города ездит в командировки. И после его командировок, Алекс, из этого города люди врываются к нам на форум. Алекс! Говорят, что это его день. Поэтому награждаем диплома с зольным названием «Экклезиаст по народному проповедник Шкода-клуба». Это Саня Алекс! Выбирай, куда еще поедешь! Париж! Кроме того, Алекс получает специальный подарок от официального дилера. И теперь в командировках ты должен возить котлеты и носки в этом пакетике. Пожалуйста, это важно. Это важно. Несколько слов. Ребят, большое спасибо, очень неожиданно на самом деле, да, очень рад, что, что так получается. Что тайный член для привет. Сортировки, все прочее. Строительство. Строительство, да. Я понял. Мы строим много и везде. Я понял, пошла реклама уже в этот момент, давайте. Пошел легкий спам у нас. Давайте ловим Алексу, который получает последний наград. И давайте поаплодируем всем номинантам, все победители в номинации. Давайте еще раз зачитаем, какие были номинации в этом году. А это тюнингмен клуба, это папарацци клуба, это поэт клуба, это все знаем о клубе. Кроме того, давайте поаплодируем администратором Луганской Кременчугской веток и Алексу вот отдельный респект.